друзья, всем привет! Сегодня хочу показать секретный трюк для идеальной кожи рук. Это омолаживающая каша, которая состоит из трех ингредиентов. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Для этого нам понадобится овсянка. Это обычная овсянка, которую я измельчила в кофемолке. Кипяток. Также или сметана, или кефир, и обычное хорошее оливковое масло. Беру овсянку, 2 столовые ложки, и заливаю кипятком в такой же пропорции. 1:1. Перемешиваю. Закрываю крышкой и дам настояться где-то минут 10. 10 минут прошло. Добавляю туда столовую ложку или сметаны, или кефира. Перемешиваю. И такое же количество, 1 столовую ложку оливкового масла. Все хорошо перемешиваю. Ну а теперь подготавливаю руки. Убираю кольца, беру перчатки и туда нашу кашу по 2 столовых ложки. Ну а теперь распределяем. Я надеваю перчатки и выдерживаю эту кашу примерно 15-20 минут, а затем смываю теплой водой. Я советую такую уходовую процедуру делать 2 раза в неделю. И после применения этой увлажняющей маски кожа рук становится идеально мягкой, упругой, эластичной. И если есть какие-то трещинки, то они проходят буквально за несколько дней. Обязательно попробуйте, очень хорошая маска, особенно в зимний период, когда руки трескаются. Вот у меня очень сухая кожа рук, я поэтому обязательно делаю эту маску. Я надеюсь, она вам тоже понравится, попробуйте, если не делали. Поделитесь этим видео с друзьями. Всем спасибо за внимание, до следующей встречи. Друзья, у меня к вам просьба, напишите, пожалуйста, под видео, может быть, у вас есть какие-то свои секреты, полезные советы, лайфхаки. Я выберу самые интересные и буду снимать по ним видео, расскажу всем. И, конечно же, я вас отблагодарю. Большое спасибо заранее.